Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Просто сдуло. В Мозырьском порту 10-тонный подъемный кран упал на корму рудовоза, который стоял под разгрузкой. По предварительной информации, произошло это из-за сильного ветра. Его порывы в это время достигали 17 метров в секунду. На видео, которое было снято утром, заметны последствия падения. Портал крана «Кировец» лежит на берегу, а стрела находится частично в воде, частично опирается на судно. Кран проработал в порту около 38 лет. Падением он серьезно поврежден, поднять его уже вряд ли получится. Непростой день выдался у спасателей. На оказание помощи они выезжали почти два десятка раз. Например, в Гомеле работникам МЧС пришлось доставать искореженную легковушку. Инцидент произошел по улице 2 Луначарская. Как стало известно, водитель авто не справился с управлением и съехал в кювет. Там произошло столкновение с деревом, в результате чего автомобиль перевернулся на бок. Прибывшие к месту вызова работники извлекли автомобиль. Помощь спасателей понадобилась не только людям. В Кормянском районе в деревне Выношевка в грязевую яму глубиной около 1,5 метра провалилась лошадь. Самостоятельно вытащить животное хозяин не смог. Спасателями при помощи специального инструмента и оборудования животное было извлечено. Лошадь не пострадала, ветеринарной помощи не нуждалась. По-прежнему напряженная остается обстановка в регионе из-за паводка. Подтопления зафиксированы в 8 районах. В числе пострадавших и Добрушский район. Например, в деревне Жгунь вода оказалась прямо в жилом доме. Спасателям пришлось экстренно откачивать ее при помощи мотопомпы. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.